Гранатовый браслет. Глава 2. Краткое содержание. В день своих именин, 17 сентября, Вера Николаевна ожидала гостей. Муж с утра уехал по делам и должен был привести гостей к обеду. Вера радовалась, что именины пришлись на дачный сезон, и можно не устраивать пышный прием. Семья Шеиных была на грани разорения, а положение князя обязывало ко многому, поэтому супругам приходилось жить непосредством. Вера Николаевна, любовь которой к мужу давно переродилась в чувство прочной, верной, истинной дружбы, как могла поддерживала его, экономила, во многом отказывала себе. Помочь Вере по хозяйству и принимать гостей приехала ее сестра, Анна Николаевна. Не похожие ни внешностью, ни характерами, сестры были очень привязаны друг к другу с детских лет. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.